Народ, привет! Следующее мероприятие Samsung Unpacked запланировано на 26 июля. Мы обязательно будем вести ее трансляцию. Ожидается, что корейский гигант представит серии Galaxy Fold 5, Galaxy Flip 5 и Galaxy Watch 6, а также, вероятно, линейку Galaxy Tab S9. Насколько нам известно, последняя будет состоять из трех моделей планшетов: Tab S9, Tab S9 Plus и Tab S9 Ultra. Согласно новой утечке, базовый Tab S9 будет стоить 929 евро за модель Wi-Fi 8 плюс 128 гигабайт и 1049 евро за модель более высокого уровня 12 плюс 256 гигабайт Wi-Fi. Ожидается, что Tab S9 Plus будет стоить 1149 евро за модель Wi-Fi 12 плюс 256 гигабайт, тогда как Tab S9 Ultra будет стоить 1369 евро за ту же модель Wi-Fi 12 плюс 256 гигабайт. Естественно, мы также ожидаем, что будут существовать более дорогие версии планшетов с поддержкой SIM-карт. Кроме того, цены, вероятно, будут варьироваться от рынка к рынку из-за разного НДС. Хотя следует отметить, что озвученные цены уже включают НДС. Что касается спецификаций, мы ожидаем, что Tab S9 Ultra будет иметь 14,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2 XWQXGA A+, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ накопительной памяти, аккумулятор емкостью 11 1200 мАч с зарядкой 45 Вт. Что касается камер, то должна быть двойная 12-мегапиксельная фронтальная установка и двойная 8-мегапиксельная плюс 13-мегапиксельная задняя. Tab S9 Plus будет иметь 12,4-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2 XWQXGA+, до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 10 090 мАч. Камеры включают одиночную 12-мегапиксельную селфи и 13-мегапиксельную плюс 8-мегапиксельную заднюю установку. Наконец, у базового Tab S9 должен быть 11-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2 XWQXGA, то есть не IPS, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ накопительной памяти. Аккумулятор емкостью 8400 мАч. Камеры должны включать 12-мегапиксельную селфи и 13-мегапиксельную заднюю. Ожидается, что все три планшета будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy, оптическим сканером отпечатков пальцев, четырьмя динамиками и поддержкой S Pen. Также в качестве нового дополнения, вероятно, защита от пыли и воды по стандарту IP68. Так что с этими планшетами можно будет пользоваться в ванной или в бассейне.